Третья глава книги пророка Иезекииля. «И сказал мне, Сын Человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне, Сын Человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренности твои этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». И он сказал мне, «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их, и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне, Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут. И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос, благословенна слава Господа от места сего. И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес возле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с тревожным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне. «Сын человеческий, я поставил тебя сторожем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне, «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною, и сказал мне, «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них,
и язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом».